Привет, бандиты и жиробасы, которые смотрят сегодняшнее видео на канале «Домашняя качалка». Я готовлюсь к тренировке. Сейчас у меня будет приседание. Сейчас я вам покажу свой собственный вес. Вот они, весы мои. И встаем на них. И что мы видим? Мы видим 74 900. Мой вес на сегодня 74 килограмма 900 грамм. Я семимильными шагами приближаюсь к весу ДНБ, так как это мой, как некоторые жиробасы считают, лучший друг, поэтому я должен соответствовать его уровню. Ну а если серьезно, то сейчас я буду приседать. Размялся, поприседаю сейчас. И сегодня я хочу для вас, дорогие мои зрители, показать свой жим лежа собственного веса. Насчет техники рассуждать не буду, потому как тот человек, который ждет от меня это видео, у него техника отвратительная. И если я буду жать в более совершенной технике, то, естественно, повторений у меня будет намного меньше. Ну а если я буду жать в его технике, то тогда у меня вот здесь будет, наверное, не очень хорошо. Но все-таки я попробую выполнить этот жим лежа собственного веса на штанге, а это будет 75 килограмм, и я буду жать в его корявой технике, поэтому не переключайтесь, дальше будет самое интересное. И теперь эта часть видео для тех, кто в сковородке. Еще раз повторю, это не ответ на чей-то вызов, я ничей вызов не принимаю, это просто моя собственная проверка своей функциональности в жиме лежа. Хочу попробовать пожать свой собственный вес, здесь 75 килограмм на количество повторений. Ну а потом я буду продолжать, естественно, свою плановую тренировку. И у меня сегодня вес в жиме лежа 67,5 килограмм. Итак, поехали. Ну что, ребята, можно еще один раз сделать, 17-й. Естественно, ребята, я мог бы пожать и больше 16 повторений, и больше 17. Но я просто решил проверить свою функциональность, и поэтому на 17-м повторении, я считаю, этого будет достаточно. Ну а на сегодня, ребята, это все. Я продолжаю жим лежа сейчас буду делать. Потом у меня будет жим сидя, ну и, в общем-то, обычная плановая тренировка. Я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно дизлайки. А мы с вами увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока!